Я горд и счастлив, что сам родился в городе Набережные Челны и сейчас нахожусь на этом празднике. Город Набережные Челны – это первопроходец, это сегодняшний передовик, это флагман строительства и в СССР, и в России сегодня. Камгаз Энергострой, Ордена Ленина, производственное объединение, а ныне акционерное общество, выполняет более 10 миллиардов.